Привет! Ты на канале Кайт Стример, и мы продолжаем играть в FNAF Into the Pit. Третий день. Найти маму. Так, кота мы погладили? Погладили. Я уже расследовал за ним. Вышло не лучшим образом. Батарейка. Может, маме набрать? Самая печальная устаревшая модель. Притом подрезали у батя. О, нет, больше не поведусь. Пойду вап. Доброе утро, Освальд. Ты готов к завтраку? Думаю, я поем сегодня в школе, если ты не против. Хорошо, милый, ты уже завел новых друзей? Ну, есть один новый парень, от которого я не могу отвязаться. Ну уже, Ос. Это не очень красиво, может быть, он просто хочет быть твоим другом. В любом случае, это всего лишь твой второй день. Все наладится. Не все сразу, всему свое время. Нет, ничего плохого в том, что кто-то хочет подружиться с таким крутым парнем, как ты, Ос. Нам всем не помешает хороший друг, когда жизнь подкидывает нам сложности, например, в виде начала нового учебного года. Может, тому парню очень нужен сейчас друг? Честно, мам, тот парень лошара у вас. Так, а что такое? Мама готовит лучший бекон, всегда спрашивает меня, не хочу ли я добавки. Мое личное правило, никогда не отказываться от дополнительного бекона. Помимо номера пиццерии, так, хорошо. Кошачий корм. Так, а здесь мы выйти можем? Нет. Задача пойти в школу. Изысканная посуда, которую мы используем только по праздникам. Ладно, год все еще тот же. Здесь мы храним настольные игры, в которые играем, когда собираемся вместе. Раньше мы выбирались куда-то, но теперь просто играем в настолке дома. Бать-то тут, не тут. Почему он не хотел так идти? Видишь, как я тщательно ищу батарейки. Маска Фредди. Посмотрите в инвентаре. Разве кто-то может хотеть выглядеть как это существо? Торгуемый предмет. Вильная, но прочная веревка. Ну, с батей-то все в порядке. Ты, может, ты шестиклассник теперь, но тебе не убежать от маминого поцелуя. Веди себя хорошо сегодня, Освальд. Помни, что мы с папой всегда рядом. Особенно батя рядом. У меня все еще сохранились записи. А, так, про мультфильм про какой-то. Снимок до закрытия фабрики 3 года назад. Бать, как дела?
Глаза как фонарики. Надо посмотреть в темноте. Жаль, что ты не веришь мне по поводу отца. То, что отец просто стал странно себя вести. Это вообще не аргумент. Как-то нетестируемый совсем. Не, ну если он перестал разговаривать там. Не, ну... В чем вот его неадекватность? Глаза светятся? Ну, спроси мать, светятся глаза у отца? В темноте там свет выключи. Если он перестал разговаривать. Ну все, короче, надо в школу идти. Ненавижу школу. Источники шума могут быть отличным, но рискованным способом отвлечь персонал. Это же Освальд Оцелот. Ищешь место для Линки? Оцелоты не линяют, Дилан. Я смотрю, ты теперь эксперт. У меня сегодня проблем посерьезнее тебя. Ну, надо попросить преподавателя санкции какие-то ввести. Это ж Америка. В чем дело, Освальд? Пойди, почеши за ушком, учительница. Да все нормально, миссис Митчем. Просто не могу сосредоточиться. Возможно, для ясности в голове тебе стоит размять ноги. Я оставил книгу в кабинете директора. Не принесешь ее мне? А тут что-нибудь подрезать можно? Ну, вдруг батарейки потом не будет шанса найти. Как я могу спасти отца, если едва могу высидеть на уроках? Как говорил мама, не все сразу, всему свое время. Да мне также было тяжело сидеть. Ну, правда, я зайцев не видел. Но если бы я видел зайцев, может, мне интереснее было бы сидеть. Может, я в школу бы вообще каждый день ходил. Последний гвоздь в гроб летних каникул. Постер обратно в школу. Нужно взять книгу из кабинета директора. Но это не значит, что не надо куда-то еще сходить и пошарить нормально. Эй, ты почему не в классе? Я пришел за книгой для миссис Митчем. Нет, парень, ты здесь, чтобы помочь мне найти ключ от кабинета. Что? Дверь в кабинет закрылась, когда мне нужно было перекусить. Ой, то есть, когда нужно было отойти, чтобы следить за поведением учеников. Я поищу его. Ты мой спаситель, малыш. Душа компании. Дверь заперта. Хера не понял. Столько раз этот ключ пропадал. И ключ от кабинета директора. А, в этом кабинете, все понятно. Нашел. Ну где батарейки-то? Где ты его нашел? Почти каждую комнату в школе осмотрел в поисках ключа. Почти каждую комнату. Вот эта карта, вот это вся школа. Как бы тут так много комнат. Почти каждую комнату. Мне нужно идти. Мне кажется, меня кто-то позвал в кафетерии. Хотя, может быть, у них тут просто не отображается. Видишь, кафетерии-то не отображается. Тут, видишь, игровая площадка, холл. Статьи школьной газеты... Так, школьной газеты в рамке. В звездке написано о победе. А, ну это мы смотрели.
Наконец, теперь могу вернуться в класс. А вот что там... Стоп, что это? Так, я могу проучить Дилана, чтобы он не лез ко мне. Молодец. Рука-тянучка. Липкая, мерзкая, как дело. Надо измазать ее в чем-нибудь. Если я выгляну, я смогу увидеть наш дом отсюда. Дядь, ну ты чё? Смотри, сколько прошел и не упал даже. Освальд, ты особенно не торопился, как я смотрю. Простите, миссис Митчем, мне очень нужен был этот перерыв. Видишь, он не стал говорить, что он кому-то там ключ помог найти. Класс, до завтра, не забудьте написать сочинение. Иди домой. Так, а проучить утырков? У меня новая игра ужастик. Ужас в том, как она влияет на твой мозг. Ужас в том, что уже мозга нет там давно. Мне кажется, второй день школы был еще тяжелее первого. Что? Уже время завтрака? Полная дебилизация. Дилан пытается выпрыгнуть из-за ящика, чтобы напугать меня. Если я вижу, то нечего бояться, верно? Разве не круто быть виртуальным персонажем с возможностью настройки внешнего вида? Можно менять персонажа каждый день. Каким персонажем ты хочешь быть? Просто собой, но с новым головным убором каждый день. Разве ты не можешь делать это в реальной жизни? Это не одно и то же. На прошлой неделе у меня была яичница на голове, но ветер унес ее, и повсюду был желток. Не думаю, что яичница считается. Ладно, неважно. Не понял, где Дилан-то? Мы же должны это проучить его. В рюкзаке ничего полезного. Они не дают мне провести синхронизированный бой водяными бомбочками. Оказывается, бюджет школы не рассчитан на такое количество водяных бомбочек. А сколько ты попросил? 2000. Уже действительно много. Ну, изначально я планировал 4, так что я подумал, что сторгуюсь. Кастрюлеголовые. К директору можно заходить так вот. Туда-сюда, туда-сюда. Ну, видимо, никакого квеста нет. Ну, при это, проучить. Иди домой. Говорит домой, значит домой. Ночь. Улица. Фонарь. Похоже, он опять бродит по дому. Нужно найти способ выбраться отсюда. А что у него на кровати? Папка, а ты где? Так ощущение, что он... Блядь! Я подумал, что он вообще где-то там наверху ходит. Это мне так и надо, кажется, сосед, вот типа наверху, а он на самом деле у меня за спиной стоит и ушами так двигает.
Не, ну пати у себя в комнате. Как-то слишком просто. В бассейн с шариками. В библиотеку, когда мы пойдем? Бассейн с шариками. Странный. Где двери? Ты пришел за пиццей? Нет, просто тусуюсь. Ясно. Кто-то по имени Яна Удачник позвонил, чтобы сделать заказ. Но только не забрал пиццу. Яна Удачник? Наверное, недавно в городе. Джефф, мне кажется, это выдуманное имя. Яна Удачник? Вздыхает. Парень, оставайся в школе. Раньше этот город был чем-то интересным. А что сейчас? Посмотри на эту свалку. Если бы можно было найти работу, меня бы уже здесь не было. Ну, видимо, где-то в другом месте найти работу. А у вас как жизнь? Раньше пицца была намного вкуснее. Хотя стоит признать, после покупки заведения Джеффом пицца стала намного дешевле. Количество преобладает над качеством, полагаю. Ну, по крайней мере, хоть это ты понимаешь. Основы бизнеса. Да, пацаны, тут ничего не поменялось. Надо разведать обстановку. Ну, ничего особенного-то, в принципе, нет. Мне кажется, я где-то пропустил все-таки детальку. Вот лежит она где-то и ждет меня. Может быть, мне даже кто-нибудь подсказал в комментариях, а я просто не прочел. Потому что YouTube очень плохо работает. И надо подписываться на платформу российскую. Название канала такое же. Ну ладно, давайте к шарикам. Хочется все исследовать. В прошлый раз эта штука пришла из игрового зала. Может быть, это удерживает папу там? Чип тоже. Телефон звонит. Надо подойти. Да ёб твою. Нет, напугало тебя. Грустная история. Это меня.
Алло. Что ж, если ты все еще слушаешь, есть некоторые вещи, которые тебе не говорят, когда ты подписываешься на работу. У аниматроники плохо со зрением. И если они видят движение, они могут подумать, что это металлический эндоскелет. Некоторых можно найти за кулисами, если ты еще не наткнулся на них. В любом случае, если такое происходит, они думают, что ты являешься частью аниматронного костюма, и что тебя не следует бродить без... Я к тому, что они затащат тебя в аниматронный костюм с применением некоторого количества силы. Это объясняет, почему здесь такая текучка кадров. В любом случае, ничего страшного. Фотографии моей семьи на отдыхе. Отец обычно носит ее с собой. Подожди, а вот это что такое? Слот для жетонов. Спасти детей. Вам не удалось спасти всех детей. Ну вот видишь. Все четко. Устройство подсчета билетов. Аркадные подмастерья. Так. Эй, парень, я заметил, что ты тут возишь с этими старыми аппаратами. Я не против, но... Стоп, ты починил их все? Где ты научился этому? У отца он хорошо разбирается в технике. Он чинил все оборудование на фабрике, работал там. Иногда он тайком брал меня с собой летом, чтобы я смотрел. О, не знаю, что сказать. Я забил на это место уже давно. Может, пора и мне заняться ремонтом здесь? Спасибо за проделанную работу, Освальд. Вот, возьми. Не волнуйся насчет даты и истечения срока. О, спасибо, Джефф. Это скидка. 75 центов. Это меньшее, что я могу сделать для тебя. Вот эта сделка. Купон на пиццу. Похоже, что я набрал достаточно купонов для получения приза. Вы взяли купон. Еще купон. И теперь я их могу обменять вот здесь. Похоже, у меня тут некая старая игра. Почти не вижу экран. Кому такое вообще нужно? Портативное устройство. Какой-то стикер. Похоже, что мой альбом неплохо подходит для этого. А, ну ты можешь еще как бы поиграть, заработать купонов. Ну а сколько дадут вот за эту штуку? Вот это, в принципе, игра моего уровня. Tap to earn. Ну, за 8. Сколько дадут? 8 купонов. Идеальный же результат. 8 билетов. Ну вот я в это и поиграю. Давай посмотрим, что еще дадут.
Какой-то дрочево. Надо показывать мастер-класс. Ну почти. 9. 9 билетов. Ну давай еще. Надо главное с серьезным видом это все делать. Максимально. Да не, ну десятку тут почти нереально это вытащить. Мастер спорта должен быть. По мастурбации. Так, еще один приз. Ну-ка. Еще один стикер будет или что тут будет? Еще один стикер. Сколько здесь стикеров-то? Полный отстой. Золотые жетоны, маска Фредди. Так, ну хорошо, вот это устройство. Славится 30-минутной работой от 6 батареек. Торгуемый предмет. Что-то блестит. Моя рука липучка. Ключ от зала игровых автоматов. Всего-то навсего. Придумать что-то, чтобы выманить кролика. Ух, это было близко. Возможно, если бы я знал больше об этом существе, я смог бы его отвлечь. Я не могу войти внутрь, кролик все еще там. Ну его что-нибудь раздражает. Гитара нужна. Нужна гитара. Новая модель гитары. Струны Бонни. Теперь рвутся как минимум раз в неделю. Заменить их даже несмотря на то, что они новые, чтобы они не рвались на сцене. Сохранить старые в качестве запасного варианта. Старшее руководство просило, чтобы все старые струны выбрасывались за пределы территории, чтобы избежать судебных исков. Второго техника попросили выбросить их на фабрике до конца дня. Видимо, боясь судебных исков после инцидента с электрошоком. Бедный ребенок.
Ну, в общем, нам нужно починить, видимо, гитару. Это же гитара синего кролика, но струны порваны. Уверен, смогу найти старые струны среди мусора. Найти, как починить гитару. Ну, видимо, надо на фабрику идти. Может, кусочек пиццы? Здесь нет старых гитарных струн. Они могли быть здесь, когда я купил это заведение, но я выбросил почти весь мусор. Раньше это была обычная детская пиццерия с кучей микробов и тупой музыкальной группой, состоящей из роботов. Ты имеешь в виду аниматронику? Они. Чего? Ну, неважно. На помойку. Починить гитару, гитарные струны. Так, а это кто такой? Кто бы мог подумать, Освальд Оцелот, еще и Освальд мусорный енот. Слухи поползут по всей школе. Что он здесь делает? Ладно, мне сейчас не до него, нужно возвращаться. Уверен, этот мусор лежит давненько. Звучат хорошо. Так, звучать хорошо вряд ли будет, но пусть хотя бы работает. Выманить кролика. Гитара у нас. Итак, чудики, давайте поиграем. Нужно выбираться отсюда. Так, осталось только... Попробовать еще раз. Я уже готов. Нужно идти по вентиляции. Ух, это было близко. Нужно вернуться в зал игровых автоматов. Спасти Чипа. Неплохо ему по башке. Пришлось. Спасибо, не знаю, что это. Говоришь, потом, с тобой случайно не было никакого взрослого? Нет. Ты не видел Майка? Я нашел его, теперь он в безопасности. Давай, чувак, мы должны разделиться. Нет, я... Сбежать. Thank you.
Я уверен, что слышал его голос. Держись, пап. Дом Освальда, день 4. Пора опять в школу. Не представляю, как перенесет день. Почти не спал. Идти в школу. Ну, давайте здесь прервемся, продолжим в следующей серии. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи в следующей серии. Всем пока.